Ух, когда так летает 32-шка, самому себе очень приятно. Как дела, джентльмены? Вы то и дело меня просите показывать комплексы не с двумя, а с одной гирей. И вы знаете, я придумал очередной такой комплекс. Он будет выполняться с гирей 32 килограмма, но не сегодня. Мы сегодня лишь сделаем пристрелку. Мы разберем три движения, из которых будет комплекс состоять. Три упражнения, которые нужно выполнять настолько неистово, насколько бились боги с титанами. В общем, первое, погнали. А непосредственно схему и сам комплекс я сделаю в ближайшие дни, и вы вместе со мной сможете повторить. Почему так? Потому что комплекс, который будет именоваться Арес, настолько жесткий, настолько крутой, что требуется дополнительное сегодняшнее видео для того, чтобы подготовиться к нему. И гирей мы будем махать не хуже, чем бог войны своим мечом. Поэтому, учитывая все вышесказанное, нужно сейчас пристреляться, все пройти с 24-очкой, потом все движения попробовать с 32-шкой, повторюсь, их всего будет 3, и уже подготовленные, с разобранной техникой упражнений, мы подойдем непосредственно к выполнению комплекса в ближайшем будущем. Кто хочет детально разобраться в каждом движении, в каждом упражнении, напоминаю, в описании есть моя книга «Фитнес-центр у тебя на ладони», то есть гиря у тебя на ладони. И эту книгу вы можете заказать, получить и окунуться с головой в мир гиревого атлетизма. Хотел сказать спорта, но там не только лишь спорт. Там опыт силачей прошлого, там гиревые забавы, там много всего интересного. В общем, а пока к разбору упражнений. Делать будем все сначала с 24-очкой. Почему же так все это сложно, что нужно начинать настолько издалека и делать этот комплекс, выполнение этого комплекса из двух частей? Потому что движение будет выполняться примерно следующее. Одно из движений, первое движение, это мы будем подрывать и вот так дожимать вверх с поворотом. То есть мы еще разочек показываем. Подрываем и дожимаем. Я же говорил, что будет непросто. Я уверен, вы эти упражнения нигде не видели, нигде не найдете. Следующее упражнение будет вот такое. Я же говорил, да? Машем, как бог войны, гирями. И третье упражнение будет вот так. Ну тут все просто, да? Кластер с перебросом. Это чисто, чтобы задействовать ноги. С третьим все понятно. Несложно. Подбросили, поймали, симбо-пресс сделали. А вот первые два давайте разбирать в деталях. Кстати, делаем разминку предварительно там шестнариком. Покрутите, сделайте несколько махов по 10 на руку, например. И потом переходим с 24-очки. Итак, что же нам нужно сделать? Первое. Это освоить рывок, чтобы мы давали хороший импульс изначально. Делаем 3 разика. На одну. Это будет вам как раз как тренировка, по сути. Разбор комплекса вылезет сейчас в полноценную тренировку. Теперь сделаем жим с поворотом в сторону. То есть мы держим здесь и делаем поворотик. Видите, немножко подшвунговываю, помогая ногами.
Теперь на другую сторону так же. Нормалек. Теперь попробуем подбросить, поймать и пожать. Без поворота пока. Ну, пока 24-ка летит, ее тут дожимать вроде как не надо. Ловкость. Ловкость она нужна и в быту, и в бою. Поэтому вот такое упражнение как раз для этих целей. Быстро и ловко манипулируем весом. Тут нужна еще скорость реакции. Быстро вставлять руку. Так. Разобрались с первым элементом. Давайте попробуем его на 32-шке испытать. Ну, естественно, для начала надо порвать. Также по 3 разика. И пожать по 3 разика. Пожать. Сейчас попробуем сделать движение. Разучиваем технику владения весом. Немного. Но чтобы этого не было, как раз и разбирается техника, чтобы потом в комплексе все шло по умолчанию. Вот когда, если бы я сейчас бросился на комплекс, я бы сбивался, было бы тяжело. Итак, одно из движений будущего комплекса под очень воинственным названием «Арес» выглядит следующим образом. Подброс, прием, пожали, поставили. Пожалуй, без ловкости сила – это как бег на одной ноге. Нужно и координацию, и ловкость в куче силы развивать, тогда будете вы функциональны. Разбираем второе движение комплекса. Так, ну мы в принципе его сделали. Я сделал, вам показываю. Это будет у нас сегодня неплохая такая работа. Вот восьмерочку. Раз, два, крутим.
знакомый элемент из разминки. Следующее упражнение. Заброс на плечо из этой же восьмерочки. Повышаем немножко сложность. Махнули двумя и погнали. Инерцию дали. Также, кто делает разминку, это движение идет уже на автомате. Теперь, что касается верха, разберем по технике. По верху у нас нужно сделать рывок. И не отсюда рывок будет идти, а сбоку. И не просто сбоку, а еще и со сменой руки. Поэтому попробуем сейчас просто по 5 рывочков сделаем. Четыре, пять. И пятачок на другую сторону. Теперь со сменой рук сделаем. Тут же рывочек, но поменять нужно руку в полете, пока гирим. Хорошо. И теперь попробуем склеить вместе восьмерочку. Рывок со стороны вверх с перехватом в руке. 5 на одну, 5 на другую. На другую. 24-ка не нужна. Будем сейчас пробовать с 32-шкой. По такой жаре, пока мы разберем комплекс в будущем, можно хорошо поработать. И если кто берет 32-шку, этого будет вполне достаточно, как тренировочный день. Опять же, начинаем с легкого движения, знакомого с восьмерочки. Восьмерочка с забросом. Рывочек. 3 на одну, 3 на другую. Пока достаточно будет.
Сейчас попробуем с... Это телефон гудит, ваши вопросы приходят, на которые я даже отвечать стараюсь, но не всегда успеваю. По три раза со сменой рук. Это уже 32-шечка. Пауза небольшая, и сейчас попробую сделать второе движение. Три раза на одну руку, три раза на другую. Начинаем с восьмерочки. Ну да, палец закусился в ладони, поэтому подготовка идет. На другую сторону. Так, это на эту. Начну с рывка, чтобы инерцию легче поймать. Сверху начну. Когда так летает 32-шка, самому себе очень приятно. Комплекс, который будет именоваться Арес, настолько жесткий, настолько крутой, что требуется дополнительное сегодняшнее видео для того, чтобы подготовиться к нему. Мы разобрали два движения, сейчас еще третье сделаем с 32-шкой. Казалось бы, подбросить, поймать, пожать. Симба пресс только через присед. Давайте сделаем три разика. Три разика сделаем просто пресс. И теперь, чтобы все тело работало, добавим ноги. Чую, комплекс будет один из самых-самых тяжелых. Сейчас все три упражнения, хотя бы по 2-3 разика сделаем. Итак, три упражнения, которые нужно выполнять настолько неистово, насколько бились боги с титанами. В общем, первое, погнали.
Третье. Короче, схему вы узнаете скоро, уж будьте уверены. Единственное, что делать я, скорее всего, буду не утром, не вечером ловить погоду, а сделаю в зале под кондером, потому что в противном случае запланированная работа может не удастся. Жара стоит лютая, не подходит. Фух, адская. 38 градусов в тени. Короче, найдем где сделать. Пока-пока. Следите, главное. Не пропустите комплекс арест.